В Кашхабском районе стартовала прививочная кампания от гриппа. В этом году вопрос с вакцинацией стоит особенно остро, поскольку людям по-прежнему угрожает новая коронавирусная инфекция. В период пандемии защитить себя против гриппа должны все. Высокий охват профилактическими прививками позволит предотвратить эпидемический подъем в осенне-зимний период. Прививочная кампания в преддверии эпидемиологического сезона в Кашхабском районе проводится ежегодно и всегда находится в сфере внимания медицинской организации. Кампания этого года, она имеет особое значение, она отличается от кампании предыдущих тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции особенно важным является вопрос охвата населения прививкой от гриппа. Я хочу подчеркнуть этот момент, что в настоящее время мы осуществляем вакцинацию именно от гриппа. Применяемая сейчас вакцина, она является противогриппозной. И кого-то я, может быть, расстрою сейчас, кого-то, может быть, успокою, но она не имеет отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Повторюсь, направлена именно против гриппа, применяемая вакцина. Она применяется двух видов. Отдельно идет вакцина для детей, отдельная вакцина применяется для вакцинопрофилактики взрослых. Запланировано охват 19700 человек из жителей района в эту прививочную кампанию. Цифра эта определена путем научных расчетов. И если будет достигнут этот результат, то это позволит нам минимизировать вообще в сезон гриппа роста и распространения этого заболевания. И тем более предупредить какие-то существенные тяжелые осложнения. Противопоказания бывают у всех препаратов. В этом вопросе, что называется, без исключений. С одной стороны. А с другой стороны, именно эта вакцина очень хорошо себя зарекомендовала. Она действительно имеет высокий уровень безопасности. Это высокоочищенный, высокотехнологичный препарат. И существенных противопоказаний там очень мало. Это, по большому счету, оно одно. Это аллергия, непереносимость куриного белка. Других противопоказаний эта вакцина общих практически не имеет. Возраст пациентов очень широкий, начиная с 6 месяцев. Это дети первого года жизни. И трудоспособное население, и старше трудоспособного населения. 60-65 и выше. Основную часть кампании мы должны закончить до 15 октября. И там еще 2 недели на подчищающую вакцинацию массив населения должен быть охвачен иммунопрофилактикой до 1 ноября текущего года, естественно. Поэтому я призываю каждого жителя района обратиться в медицинскую организацию или, во всяком случае, не встречать отказа медицинских работников, которые будут приглашать на вакцинацию, и пройти эту манипуляцию. Это очень важно, и если бы эта вакцина не была бы и эффективной, и безопасной, то я бы сейчас никого бы не призывал.